Just det, jag vet det. Ja.
Я знаю, уже 10 лет перекладываю музыку, которую он пишет и записывает на кассету, на ноты. Делаю диктант, можно так сказать, выразиться, как говорят музыканты. И это очень мне интересно, потому что я в первый раз встречаю человека, который одновременно пишет музыку, ее оркеструет, исполняет, все это одновременно, думает, какие музыкальные инструменты каким-то способом, педалями, рычажками в данный момент использовать. Это я все слышу, сажусь за пентаграмму, как еще по-гречески говорят, нотный стан, и все это перекладываю на ноты, чтобы могли другие люди это сыграть, музыканты.